Друзья, сегодня 13 апреля, и мы находимся на полигоне. Проверяем партию А11 перед отправкой. Сзади меня находится ферма из 40 асиков А11 на 1500М. Вот, сейчас покажу вам. Все асики работают стабильно, добывают от 1460 до 1700 мегахэши по скорости. Внешний вид, вот примерно можно понять, в каком они состоянии. Но самое главное то, как они работают. А работают они неплохо, потому что им всего лишь, сколько, 4-5 месяцев. Вот, отбираем. Это вот седьмой номер, он 1715, и пятый номер 1605. Ну вот у них и вид нормальный, и сами они майнят хорошо. Так вот, мы их сняли, сейчас отдельно ставим. Так, за 24 минуты наши асики уже набегали свой норматив. Свыше 1500М показывают. Вот МАК номера. Так, завершающая стадия. Упаковка. Это вот родной поролон.